Почему мы снова и снова возвращаемся в подводный мир? Что влечет нас сюда? Может быть, тишина, позволяющая освободиться от информационного пресса, гнетущего нас в повседневной жизни? Или желание прикоснуться к одной из тайн природы? А может, возможность узнать что-то новое о нас самих? Но есть во владениях Нептуна место, где эти мотивы возведены в энную степень. Тишину здесь можно потрогать рукой. Кажется, что она концентрирована, спрессована тысячетонными сводами. Тайные загадки отблескивают во мраке, как груды драгоценностей в сказочной пещере Али-Бабы. А сама аура этого места настраивает на размышления о сущем. Иногда кажется, еще миг, и твоя душа выйдет в астрал. Для того, чтобы заглянуть в скрытые водой каменные лабиринты, не обязательно устанавливать спортивные рекорды. Мы не будем совершать сверхглубоких погружений и с риском для жизни устремляться к центру Земли, как это делают профессиональные спелеоподводники. Просто произнесем магическую формулу, которая издавна используется для проникновения в подземелье, и попытаемся приподнять краешек завесы, скрывающей этот своеобразный и удивительный мирок, обходящийся без солнечного света. Итак, первое чувство, которое испытываешь, попав в подводную пещеру – зависть. Зависть к дизайнерским талантам матушки природы. Оказывается, можно создавать удивительную красоту, ничуть не повышая энтропии Вселенной. Хаос тоже может подчиняться законам гармонии и звучать как музыка. Второе ощущение – мир перевернулся. Стеклянные полусферы воздушных пузырей падают отвесно вверх и вдрызг разлетаются о каменный свод. Капельки и струйки стекают в самое высокое место, образуя серебристые ртутные лужицы. При следующем выдохе они переполняются и сбегают ручейками к озеркам воздушных полостей. Здесь можно снять маску и спокойно дышать. Благодаря пористой структуре известняка практически все полости сообщаются с атмосферой. Иногда здесь же можно и напиться. В некоторых пещерах есть выходы пресных вод. Как же формируются подводные гроты, пещеры, террасы? В природе это происходит несколькими путями. Первый – образование разломов и трещин в береговых породах. Они делают возможным возникновение полостей даже в породах, мало подверженных размыванию. Это массивы вулканического происхождения и твердые осадочные породы, такие как кварцит. Процессы растрескивания и осыпания горных пород продолжаются с тех пор, как стоят сами горы. Иногда от берегового утеса откалывается крохотный камушек, иногда обрушивается огромная скала. Со временем у подножия обрыва образуются пирамиды валунов с многочисленными пустотами между ними. Некоторые из таких гротов весьма внушительны по размерам. Так, у южного берега Крыма можно найти монолиты, площадь полостей под которыми исчисляется десятками, если не сотнями квадратных метров. Наиболее же часто при строительстве подводных галерей природа использует обычную воду. Она выполняет роль и отбойного молотка,
и пилы, и тончайшего резца скульптора. А если еще и материал подходящий, такой как мягкие известняки западного побережья Крыма, то за несколько тысячелетий может получиться настоящий спелеологический Диснейленд, в который природа превратила мыс Тарханкут. Чего здесь только нет. От едва заметных вогнутостей прибойных ниш до разветвленных, уходящих в береговой обрыв более чем на сотню метров пещер. Причудливые скульптуры, изваянные из цельной скалы, и вполне судоходные туннели. Когда глаз насыщается архитектурными изысками, внимание привлекают обитающие тут животные. Сначала у входа незаметно никаких отличий от биоценоза скал, которые мы оставили снаружи. В боковых ответвлениях водят хороводы стаи морских ласточек и зеленушек. От трещины к трещине переползают крупные каменные крабы. Изредка в укромном уголке под нависающим камнем можно увидеть ставших в последнее время достаточно редкими горбыля или каменного окуня. По мере продвижения в темноту пещеры становится понятно, кто здесь прописан постоянно, а кто заглянул в гости на несколько минут. Метрах в 5-7 от входа начинается зона сумерек. Здесь охотно селятся бычки. У них имеется личная норка или щель. И от этой резиденции они предпочитают далеко не отходить. Сумеречная зона пришлась по вкусу и розовато-серебристым губанам ктинолябрусам. В отличие от своих ближайших родичей зеленушек, ктинолябрусы очень редко выходят на прогулки в толщу воды. Они предпочитают щели под камнями и другие затененные места. Поэтому пещеры как нельзя лучше подходят этим рыбам для проживания. Глубже для человека наступает полный мрак. Только выход, если он не скрыт за поворотом, голубеет неясным пятном. Здесь вотчина рыб, для которых время наибольшей активности – ночь. Большие глаза скорпены могут улавливать слабейшие отблески света, пробивающиеся через водную толщу, и в почти полной темноте находить свою добычу – крабов и мелкую рыбешку. Другой ночной охотник, трехусый морской налим, напротив, на свое зрение почти не надеется. Дорогу во мраке он находит благодаря осязанию. Чувствительные усики предоставляют хозяину полную информацию об окружающем мире. Освещенность практически не лимитирует ни скорпену, ни налима, но их редко можно встретить далее 15-20 метров от входа. Дальнейшее удаление от охотничьих угодий, которые расположены в сумеречной зоне, нецелесообразно. Под водой на Тарханкуте можно наблюдать еще одну форму рельефа – трансгрессионные террасы. Столь внушительный термин расшифровывается просто. Трансгрессия – это повышение уровня моря, а террасы – ступени огромной лестницы, которые вырубаются волнами при каждом шаге наступления моря на сушу. Иногда эти природные образования имеют весьма причудливые формы.
Рыбы и крупные крабы – достаточно мобильные животные, и в поисках пищи могут покидать пещеру и производить свои гастрономические изыскания в ближайших окрестностях. Поэтому каменные своды для них скорее спальный район, безопасное укрытие, чем родной дом. Правомерно ли в таком случае говорить о биоценозе пещерных обитателей, или это лишь временное сообщество, случайные попутчики на дороге жизни? Как основой экономики является движение денежных потоков, так в биологии индикатором различных процессов является движение органического вещества. Обычно фундаментом любого биоценоза являются растения, синтезирующие органику из неорганики. Но для фотосинтеза нужен свет. В пещере же его явно недостаточно. Пещерный биоценоз снабжается органикой так же, как глубоководное природное сообщество. Там тоже царит вечный мрак, и надеяться можно только на то, что упадет сверху – трупы, фекалии, детрит. Только вектор движения вещества здесь расположен не вертикально, а горизонтально – из открытого моря к берегу. Вместе с волнами и течениями в подземные полости попадают планктонные организмы и растворенная в воде органика. Они дают обильную пищу обитающим здесь организмам-фильтраторам. Эти животные добывают себе корм, пропуская через себя огромные объемы воды. К ним относятся губки, трубчатые многощетинковые черви и двустворчатые моллюски. Некоторые, как плотная на ощупь белая или розоватая губка геодия, являются специализированными обитателями гротов. Другие же встречаются повсеместно, но в затененных местах приобретают совсем иную форму. Окраска их обычно бледнее, а тело образует пальцевидные выросты, от весьма скромных мизинчиков до длинных ветвей, превращающих губку в куст причудливого растения. Двустворки в гротах представлены в основном мидиями и устрицами. Интересно, что несмотря на отсутствие не только глаз, но и головы, эти моллюски имеют свою точку зрения на солнечное освещение. Казалось бы, ну какая им разница, светло, темно, знай, пропускай через себя воду. Но нет, мидии без света не могут. Их поселение можно обнаружить лишь в непосредственной близости от устья пещеры, а в темных ее частях моллюски не селятся. Устрицы же, напротив, предпочитают затененные места и для прикрепления выбирают либо стены с отрицательным уклоном, либо своды гротов. Правда, живых моллюсков можно обнаружить все реже и реже. К устрицам неровно дышат хищные улитки-рапаны. Они выедают этих двустворок в первую очередь. Иногда в погоне за лакомством рапаны загоняют себя буквально в безвыходное положение. Однажды, углубившись в один из гротов, мы наткнулись на вертикальный колодец, ведущий в воздушную полость в самом сердце известнякового пласта. Мы были уверены, что мы первые. Но на стенах грота уже сидела парочка рапан. Они успели раньше. Правда, сами, наверное, были не рады своему спортивному достижению. Не имея возможности найти обратную дорогу, улитки вынуждены были перейти на скудный арестантский паёк. Извилистые трубки сидячих многощетинковых червей кое-где полностью заплетают стены расщелин. Почувствовав токи воды от движения аквалангиста, они сворачивают свои яркие венчики. И необходимо проявить недюжинное терпение, чтобы увидеть, как этот сказочный цветок распускается вновь. Часто впервые приехавшие на Тарханкут делают археологические открытия.
Действительно, колодцы разного диаметра, расположенные на небольших глубинах, кажутся вытесанными человеческой рукой. Трудно заподозрить природу в использовании циркуля или какого-нибудь титанического сверла. А секрет все в том же поднятии уровня моря. Когда-то эти колодцы находились в прибойной зоне, а в качестве буровой головки служили несколько булыжников, перекатываемых в лунке волнами. Уже упоминавшиеся воздушные полости работают как пеноотделительные фильтры. Удары волн вспенивают воду, и часть растворенной органики, конденсируясь на стенках пузырьков, переходит в более осязаемую форму – детрит, выпадающий на дно органический осадок. Поэтому в гротах, несмотря на то, что они хорошо промываются прибоем, так много мути. Зато он дает обильную пищу детритофагам. Это некоторые виды рыб, актинии и креветки. Через некоторое время на частичках детрита образуется пленка из интенсивно размножающихся бактерий. Их с удовольствием поедают микроскопические рачки-мизиды. Рацион детей подземелья, конечно, не блещет ни разнообразием, ни калорийностью. Но так бывает не всегда. Осенью, вслед за дрейфующими по воле ветра полями планктона, к берегу подходят полчища медуз. Эти полупрозрачные организмы имеют славу живых барометров. Они слышат приближение шторма за много часов и уходят в открытое море. Но их чуткий инстинкт не может учесть коварных течений и водоворотов, которые вызывают в гротах даже слабый прибой. Десятки и сотни этих желеобразных существ оказываются пленниками подземелья. Лишь немногим из них удастся найти дорогу к свету. Абсолютному же большинству суждено остаться здесь навсегда. У обитателей и гостей грота начинается настоящий пир. Впереди суровая зима, и каждое живое существо хочет встретить холода во всеоружии. В природе всегда поддерживается баланс между жизнью и смертью. Сотни погибших медуз удобрят почву и дадут пищу тысячам своих потомков, которые, будучи весной, отпочкуются от этих гидроидов, осевших на своде пещеры. Все живое ищет свое место под солнцем. Но даже тем, кто остался в стороне от этой борьбы, приходится нелегко. Жизнь их сложна и полна опасностей, точно таких же, как и в любом другом уголке океана. И пусть нам удалось только краем глаза заглянуть в этот скрытый во мраке зачарованный мир, подсмотреть всего несколько интересных моментов из жизни его обитателей. Уходя отсюда, мы не будем захлопывать дверь, а только прикроем ее. Чтобы по возвращении достаточно было просто сказать «Откройся, Сезам!»